Всем добрый день. Столкнулась с проблемой установки памятника своей маме. Рано или поздно мы теряем своих родных и близких, мы никогда не задумываемся о том, что нам после похорон нужно будет увековечить их память о них. Хотелось бы, чтобы у нас на фотографиях были не пустые строгие лица, а улыбающиеся. Те лица, которые мы помним в жизни, жизнерадостные, улыбчивые, без проблем. У меня моя ситуация получилась так, что не было ни одной хорошей четкой фотографии. Но из нескольких фотографий художник Наталья смогла выбрать ту, которая им не нравилась и хорошо получилась нарисованной на памятнике. Была и другая проблема. Памятник находился между двух могил. И была проблема, что может при установке нового памятника завалиться соседний. Мастера смогли и эту проблему решить. С некоторыми сложностями, но тем не менее проблема была решена. Памятник установили. Я очень довольна и фотографией, которую принесли на памятник. И как расположили могилки. Очень хорошо сделали. Аккуратно, самое главное, быстро. Ну а что еще могу добавить? Приходя на кладбище, я вижу свою улыбающуюся маму. Веселую, которой нет ни проблем, которая здорова. Я ее помню всю такую жизнь. И я хочу, чтобы когда я приходила на памятник, родное лицо мне улыбалось. Но совершенно случайно я наткнулась на этого мастера. Первая неожиданная работа, когда у меня умер Сережа. Его портрет стал первым на памятнике. Я порекомендовала данного мастера своей приятельнице, которой умер муж. Она тоже осталась довольна. Вот я оказалась третий со своей проблемой, и я не пожалела, что я обратилась к данному мастеру. Спасибо всем, кто меня посмотрел. Слова были сказаны искренне. Я действительно довольна. До свидания.